Дорогие дамы, дорогие наши любимые члены семьи, наши прекрасные сотрудники, наши прекрасные клиенты, бизнес-леди, женщины, девочки, я хочу вам пожелать, наступает 8 марта, я вам хочу пожелать вам счастья, кайфа, удовольствия, гармонии, эстетики. Я вам хочу пожелать, чтобы вы получали много удовольствия от жизни, самых разных видов удовольствия, потому что когда вы их получаете, это удовольствие, вы тогда можете дарить это удовольствие нам, мужчинам, и делать нашу жизнь кайфовой, делать нашу жизнь прекрасной. Вы с одним только своим общением освещаете все вокруг, вы создаете самые прекрасные, красивые, комфортные, вкусные, нежные, приносящие удовольствие штуковины. Поэтому я от всего сердца вам желаю, чтобы вы кайфовали в жизни, чтобы вы процветали в жизни, потому что тогда вы, собственно говоря, когда с вами это происходит, когда вы кайфуете, процветаете, у меня очень эгоистичное к этому отношение, а при этом вы дарите нам, мужчинам, много-много удовольствия и делаете этот мир прекрасным. Так что кайфуйте, наслаждайтесь, достигайте, побеждайте, оставайтесь прекрасными, нежными, независимо от того, какая у вас профессия, что вы делаете, чем вы занимаетесь, будьте женщинами. Это так потрясающе прекрасно. С наступающим вас 8 марта!